Добрый день, дорогие друзья, с вами Яков Агади, Парашат Китиса, Тавшин Пейбет. В нашей параше, в Ламедалите, у нас есть 13 медот, которые Кадош Брух открывает нам, чтобы мы могли правильно просить прощения. Ваерад Адонай Баанан Ваитьяце Вимошам, Ваикра Бешем Адонай, Ваяавор Адонай Альпанава Ваикра, Адонай, Адонай, אל רחום וחנון, אל חפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ובפשע וחטא ונקה. Тут мы всегда останавливаемся, когда мы читаем эти 13 медот. В переводе это означает, Господь сошел в облаке и встал там, близ него, и провозгласил имя Господа. И прошел Господь перед ним и возгласил, Господь, Господь, Бог, милосердный и милостивый, долготерпеливый, великий, в любви и истине, хранящий милость для тысяч прощающих вину, преступление и грех. И тут мы останавливаемся. Но это не конец пасука. Конец пасука звучит по-другому. Мы останавливаемся все время на этом слове. Хес для ларафим, но саавон, вафеша, вахата, ваннаке. Но пасук продолжается и говорит, лой наке, не буду очищать вас, не буду забывать вам. Покед авон авот альбаним, вальбне баним, альшлушим вальрваим. Преступление и грех, но не оставляющий без наказания, взыскающий за вину отцов, с детей и с внуков до третьего и до четвертого поколения. Бог говорит, я должен забыть. Вы грешили, вы сотворяли эти дела, а я должен все это забыть, я не забуду вам. И я обязательно спрошу с вас. Не спрошу с вас, я спрошу с ваших детей. Не спрошу с детей, спрошу с ваших внуков до третьего, четвертого поколения. С одной стороны, мы понимаем, что когда мы читаем 13 медот, мы надеемся, что этими самыми 13 мерами мы сможем получить себе прощение. Но Кадош Барух Ху говорит, лой наке, не буду прощать вас, я вам ничто не забуду. У нас есть Пиркей Авот. Пиркей Авот объясняет Раби Мейер следующую притчу. Альтистакель бакан-кан эля бамаши ежбу. Не смотри на сам сосуд, а смотри, что внутри сосуда. Говорится, не цени человека по одежке, а цени человека по уму. Альтистакель бакан-кан, не смотри на чайник, смотри, что внутри чайника, смотри, что внутри кувшина. Что означает сосуд, что означает кувшин на иврите? Это кан-кан. Кан-кан – это и есть кувшин. Две буквы – куфнун, куфнун. Теперь мы берем и пытаемся разобрать эти слова. Веннаке лоинаке. Прощающий наши вины и не прощающий, и не стирающий, не оставляющий нас без наказания. Веннаке лоинаке. Итак, четыре буквы. Вав, нун, куф, гей. Это прощающий. Веннаке. А лоинаке это не прощающий. Это юд, нун, куф, гей. Это значит, первые буквы у нас были вав, нун, кув, гей. Вторые буквы у нас юд, нун, кув, гей. И как нам говорил Раби Мейер, не смотри что на сосуд, а смотри, что внутри сосуда. Давайте вытащим из этих букв, из этих слов, буквы сосуда. Нун, кув, нун, кув. Получается у нас в инаке убираем нун, кув, и у нас остается вав, гей. Со слова иннаке убираем нун, кув, и у нас остается юд, кей. Получается Юд-Кей, Вав-Кей, имя Бога, которым Он творит милосердие, творит Рахамим. Веннаке лоинаке, говорит Раби Мейер, не смотри на сосуда, смотри, что внутри сосуда, вытащи оттуда имя сосуда, вытащи оттуда эти четыре буквы Нун-Куф, Нун-Куф, и у тебя остается только Юд-Кей, Вав-Кей, что означает, и прощу я вас, потому что милосерден я. Шаббат шалом вам, дорогие друзья, и до новых встреч.